Здравствуйте, дорогие кинорежиссеры, операторы и осветители. Сегодня наша программа не для вас, а для игроманов и кинофилов. Для тех, кто жить не может без компьютерных игр и жаждет увидеть любимых персонажей на большом экране. В эфире самая добрая межгалактическая программа о компьютерных развлечениях «Подпольная правда». Хороших фильмов по играм так мало, что на нашу горячую пятерку, пожалуй, не наберешь. Всем памятен Mortal Kombat. Поскольку рядом вообще ничего не валялось, то, пожалуй, на нем остановимся. А вот число попыток, как бы это поприличнее сказать, что-нибудь экранизировать, уже почти сравнялось с общим количеством атомов видимой части галактики. Чтобы вы, дорогие телезрители, не клюнули на громкое имя, «Подпольная правда» представляет пятерку худших фильмов по играм в Солнечной системе. На пятом месте, разумеется, немецкий кинорежиссер Уве Болл и его фильм, ну, скажем, «Blood Rain». Все его творения одинаково успешны в деле созидания говна из конфетки. Справедливости ради отметим, что ему помогли сами разработчики, которые засунули игровой сюжет слону в задницу, где он благополучно скончался сразу после начальной заставки. Герр Болл лезть за трупом в такие дебри побрезговал, так что экранное действие можно смело помещать в учебник по психиатрии в раздел «Прогрессирующая шизофрения». Единственное, что оправдывает существование картины, Кристиана Локен в роли вампирши, на буферах которой не такие фильмы всплывали. Впрочем, такие фильмы не тонут. На четвертом месте кино, с позволения сказать, фильм по мотивам бесчетных приключений с участием водопроводчика Марио, которого вы помните по играм для Dendy, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, GameCube, в общем, для всех приставок Nintendo. Марка Super Mario Bros. Самая продаваемая после Тетриса, так что итальянский водопроводчик японского происхождения не мог не переселиться на большой экран. Бюджет в 42 миллиона условных единиц, это в 93 году. Звездные Деннис Хоппер и Боб Хоскинс в главных ролях. Саундтрек с участием групп Roxette и Queen сделали фильм Super Mario Bros. Одним из худших в истории кинематографа. Вот это я понимаю талант. Уве Боллу такое и не снилось. Посередке стыдливо топчется на собственном причинном месте уличный боец с Ваном Нашим Дамом в главной роли, после исполнения которого он публично заявил, что ни в каких фильмах по играм, кроме Тетриса, сниматься не будет, даже под страхом кастрации. Конечно, может, Ван Дамму, когда он это говорил, было уже все равно, кто знает. Зато нам не все равно. Кино вышло настолько убогим, что любой бешенмо летающий воин выглядит на его фоне домом летающих кинжалов. В общем, только третье место. Дум. Шутер всех времен и народов. Фильм по нему ожидался с 93 года, как только появилась первая часть игры. Права на съемку кочевали от одной студии к другой в течение 9 лет, пока не попали в руки Universal Pictures, которая и сняла, что смогла. Что не удалось? Оружие, ставшее символом Дум, вроде BFG, пулеметы и бензопилы, куда-то подевалось. Из Big Fucking Gun стреляют всего лишь 3 раза, причем один раз за кадром. Пулемет строчит около 10 секунд за весь фильм, а бензопила используется только в одной сцене. Ожидались, но не появились зомби с оружием, импы, рыцари ада, пускающие энергетические шары и другие адские чудовища. Кстати, сам ад заменили на генетическую лабораторию. Что же получилось? Получилась херня, причем полная. Второе место. На первом месте культовый фильм по культовой игре. Самое примечательное, что ни игры, ни фильма еще пока никто не видел и, скорее всего, никогда не увидит. Речь о Duke Nukem, который должен умереть. Заявленная в 97 году игра Duke Nukem Forever до сих пор находится в разработке и, видимо, будет пребывать там forever. В 2001 году продюсер Лоуренс Казанов, который, между прочим, продюсировал Mortal Kombat, вдохновленный знаменитой разработкой, взялся за одноименный фильм, откладывал его раз 8, так что раньше игры мы его точно не увидим, то есть не увидим, как я уже сказал, никогда. Пожалуй, для подавляющего большинства разочаровывающих экранизаций это была бы лучшая участь. Если вы еще не выучили наизусть наш адрес, напоминаем, правда, как всегда, собака, gamesdefistv.ru. В ближайшие выходные «Подпольная правда» проникнет на самую крупную в галактике выставку «Игромир» и представит вам самый подпольный и самый правдивый отчет о ее работе. До следующего четверга.